участники 12-й скачки бокса. Поехали! И поехали! Данный старт скачки Мулен Руж выигрывает прием. Вперед броском выходит Лайткон. Лайткон повел на втором месте Марун Берет. 100 метров пользуется за 9,1 секунды. Лайткон, Марун Берет. На третьем месте Доспех Кинг и Мулен Руж. Лошади выезжают на противоположную прямую. Лайткон впереди. Марун Берет на втором месте. Доспех Кинг тут же третьим. И Мулен Руж замыкает. Лайткон. В борьбе за второе Доспех Кинг и Марун Берет. Они приблизились к Лайткону. 500 метров пройдены за 31,3 секунды. Лайткон лидирует. Лошади входят в левый поворот. Лайткон, Марун Берет, Доспех Гинг и замыкает Мулен Руж. Впереди Лайткон. На втором месте Марун Берет и здесь же Доспех Гинг. Доспех Гинг захватывает Марун Берета полевой стороной. 500 метров пройдены за 31 секунду. Выход на финишную прямую. Лайткон выводит компанию на финишную прямую. Слева от него Марун Берет, справа от него Доспех Гинг. Марун Берет приближается к Лайткону. Доспех Гинг пока не борется за победу. А по финишной прямой Лайткон и Марун Берет выясняют, кто же сегодня быстрее. А быстрее Лайткон. Марун Берет вторым. Доспех Гинг третьим и четвертым Мулен Руж. Вот видите.